Тело популярной певицы обнаружили на дне реки. Поп-исполнительница Анка Поп погибла в результате ДТП в Румынии, не справившись с управлением. В Румынии погибла популярная поп-певица Анка Поп. Она скончалась в результате ДТП, когда, не справившись с управлением, она упала на автомобиле в реку Дунай. Тело молодой женщины было найдено на дне дайверами. Об этом пишет «Экспресс». Полиция начала разыскивать артистку после того, как сестра заявила в правоохранительные органы о ее пропаже. На момент смерти Анки Поп было 34 года. Артистка вместе с семьей эмигрировала в Канаду в 1987 году, однако позднее вернулась. В 2017 вышел дебютный альбом исполнительницы под названием «Анка Поп». Певица была также известна по сотрудничеству с музыкантом Гораном Бреговичем. Ранее сообщалось, что в Турции, во время стрельбы в ночном клубе, была убита известная певица Хаджар Тюлю. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.